Друзья мои, привет! В сегодняшнем видео я покажу посылочку от компании Nautilus. Я вообще, повторюсь, не любитель делать распаковки, вот, но побывав на весенней рыболовной выставке в Москве 23-го года, буквально, да, вот была она, я познакомился с несколькими интересными компаниями, в том числе это компания Nautilus. Данная компания производит удилища, разноплановые спиннинги и катушки. То, что мне, у них что-то еще там есть интересное, но вот мне очень изначально понравился Nautilus Monster Pike до 165 грамм, что я, в принципе, на выставке искал, пытался найти для какого-то вот троллинга в один спиннинг хорошие палки из высокомодульного карбона, чтобы вот можно было контролировать полностью ход событий, не просто грубо кататься там, троллинговать, а именно ловить спортивно, именно на поклевке, особенно когда мы ловим судака. Многие знают, кто смотрит мой канал, что я увлекаюсь данной тематикой и ловлю троллингом в один спиннинг. Именно троллингом в один спиннинг. И, в принципе, все снасти у меня довольно-таки недешевые. Если брать спиннинг, то это по-любому должен быть спиннинг из высокомодульного карбона, чтобы мне передавалось все в руку. Потычки, полностью контроль событий. Так вот, наткнувшись я на Monster Pike GB-серия, я его уже показывал, делал обзор, не буду сейчас о нем, ну, грубо на нем останавливаться сильно. Я его там нашел, пощупал, как говорится, блин, поковырял потолок и стену. И понял, что, допустим, данное удилище мне как раз подходит. Идеально подходит под мои задачи. Палка, повторюсь, кастинговая. Она сделана изначально под джекбейты, под бигбейты. Так что те люди, кто смотрит данное видео, не троллингисты, значит, изначально это все-таки бигбейтовская и джекбейтовская палочка. Давайте все-таки, наверное, я ее строю, покажу для тех, кто смотрит первый раз. Я постараюсь о данных палочках рассказать и катушках. У меня, значит, будет три катушки сейчас. К сожалению, мультипликаторных я у них не встретил хороших, а безинерционные катушки у них бюджетные и очень качественные. По крайней мере, тактильно, визуально нареканий на них нету. Поэтому я сейчас взял вот несколько. Это все я взял на тест. Сразу вам говорю, это я не покупал. Это ребята выделили мне на тест, сказали: Илья. Я их просто раньше не знал, и получилось так, что ребята оказались щедрыми и сказали, что возьми на тест, попробуй и скажи о них всю правду. Так вот, Monster Pike, данное удилище, с чего все началось у меня, скажем так, знакомство с данной компанией, палочка просто огонь. Повторюсь, изначально сделана под бигбейты, под джекбейты, палка кастинговая с курком, под мультипликаторную катушку. Строй удилище. Сверхбыстрый и бланк очень чувствительный. Спиннинг длиной 2 метра 2 сантиметра. Нижний, короче, с тестом от 100 до 150 грамм. Ну, вот такой строй. То есть реально сверхбыстрый колышек, такой рывково-твичевый такой кол. И такие палочки идеально подходят под мои задачи, под троллинг в один спиннинг, когда мы ловим особенно судака. Палка универсальная подойдет и как если ты под троллинг под течение и без течения. Вот. Ну а те, кто ловит бигбейтами, джербейтами, я думаю, что вам ничего говорить не стоит, вы все так знаете. Итак, дальше я вам хочу показать палочку Туртеза с тестом. Так, сейчас я не помню точно тест ее. Это я брал под... ну, выбрал себе, скажем так, тоже. В принципе, сразу наткнулся на нее там. И мне она очень понравилась. Это я взял под малые реки. Погонять, грубо, голавчика, окуня. Ну, может быть, какого-то другого хищника. Значит, тест ее 2-12 грамм. Длина... Пишут они тут, короче, длину они... Стойте, а длина-то где? Длина 2 метра 23 сантиметра. 2,20. Палочка довольно-таки интересная. Я думаю, что как раз вот под головлино-окуневую тему она идеально зайдет. Кстати, форелевая тема тоже вот имеет право быть.
Палка легкая. Строй такой, какой-то вот, скажем, и не быстрый, и не параболик. То есть такой, в принципе, вот строй, который, наверное, идеально подойдет под какие-то лайтовые приманки. Ну, мне так кажется. Я ловлю именно, ну, стараюсь ловить такими палочками. Головля, окуня. Мне не нравятся сильно хлипкие палки. Под окунь не подходят сильно жесткие палки. Вот это вот что-то такое среднее. То есть хороший универсал. Кстати, все ссылки оставлю, опять же, под видео в описании. Постараюсь каждую палку, ну, на каждую палку дать отдельную ссылку. А вы уже, грубо там, ну, и напишу какие-то свои задачи, допустим, да, там. Окунёво, головлиная тема, там, джиг, там, там. Может быть, кто-то оценит мой труд. Следующая палочка, друзья мои, это палочка Imperial. Это heavy jig до 80 грамм, 20-80. Это, друзья мои, реально тяжелый джиг. Кто-то, может быть, такими палками треллингует. В принципе, строй такой, ну, довольно-таки быстрый. Вот, жесткая палка. Вот. Но изначально это все-таки, друзья мои, джиг, да? Это джиг под... Это не кастинг, это под мясорубку. Вот. Чуйка у данной палки есть. Это не глухарь какой-то. Вот. Как она на воде себя покажет, тоже я постараюсь это все дело как-то рассказать и показать. Значит, палка не сильно дорогая. Это, в принципе, такой средний какой-то сегмент, наверное. Может быть, есть и подешевле, но есть и в разы дороже. Ссылочки, повторюсь, оставлю в описании. Значит, ручка из Эва. Ручка такая не мягенькая, нормальная. Прям не проваливается, приятно держать. Стильная рукоятка, катушка-держатель, широкий, кстати. Вот. Сделан тоже, как бы, вот интересно, с таким вот, как бы, да, то есть не кольцо такое затягиваешься, а вот именно такое ощущение, что кусок от бланка, что ли. Ну, короче, тоже такой карбон. Вот интересно. Вот. Такая, в принципе, черно-серая классика. Ручка такая вот, да. Палка реально очень быстрая. Строй у нее такой довольно-таки быстренький. Следующая палка, друзья мои, это парадокс. Не потому что это парадокс, а потому что это парадокс. Палка так называется. Палка парадокс. 7,28, длина 2,40. Это тоже палочка джиговая, имеет хорошую, ну, по крайней мере, тактильно, без водоема, а здесь хорошую, неплохую чуечку. Я тут наткнулся на видео, и один человек вроде бы с опытом рыбалки говорит, неправильно, там, смешно, когда там ковыряют стену, когда ему там кто-то сюда горло подводит. Горло, да, наверное, смешно, ну как бы можно без этого проверить. А постукивая по, скажем, ну, скажем, по дивану, допустим, вот у меня, ну, к примеру, там какая-то более-менее жестко-мягкая такая вещь, твердая, скажем, но мягкая, чуйка сразу передается в руку. Мы не слышим стука, когда по стене мы стучим, мы слышим стук, и мы не понимаем. А когда мы по мягкому, грубо, но твердому стучим, мы слышим только сюда. Вот. И мы слышим тот же самый щелчок с удачей. По-другому никак нельзя сказать, поэтому это не смешно, по-другому никак не проверить. Пока визуально, тактильно мы проверяем так. На воде уже будет более все понятно. По-другому никак не проверить, поэтому это далеко не смешно. Вот. Горло когда ставят, ну да, как бы это чересчур. Или можно стену, шершавую какую-то поверхность, не постукивать, а поводить. Тогда вот эти перепады, они тоже передают. Но, по сути, стук хорошо передается именно по твердому, по мягкому предмету. Вот. Так вот, палку по-другому выбрать никак. Палка парадокс. Это уже с тестом 7,28, 2,40 под, скажем, под те водоемы, где требуется данный тест, то есть до 30 грамм. По сути, это где-то, наверное, какие-то водохранилища или реки с не сильными глубинами и не сильным течением. 7,28 парадокс. Палка вообще, то есть, ну, сделана очень стильно. Это уже такой чистый черный такой цвет. Вот. Ручка из Эва.
опять же, гайка такая, то есть, как бы, да, она вот широкая, вместе, ну, продолжение это Эва идет. Стильная палка, прям вот реально, вот, и пока вот с того, что я вам показываю, это, наверное, прям вот конфетка. Вот реально мне очень нравится. Парадокс 7.28, 2.40. Вот, а проверяю я вот так вот раз, прям постукиваю. Сейчас попытаюсь поближе наехать. Вон, как будто так клюем. Птица у меня басянина сидит. И вот так вот раз постукиваем. Я в руку, я не слышу, как он там стучит по дивану. Но я слышу стук сюда, прям вот в локоть, в руку, в кисть. Прям вот все идеально, прям вот чуть-чуть даже. Вот так вот. Такое строеудилище. Следующая палочка, друзья мои, это Invent. Спиннинг. По сути, тоже джиговый. Данный спиннинг, друзья мои, уже 2, ну, по сути, 2.70, 2.62. Вот эти прямо, зачем такие вот делают, непонятные. Ну, сделали 2.40, 2.70, вот 2.62. Тест 10-30 грамм. Палочка тоже имеет чуйку. Она, по сути, изначально, как бы, я так понимаю, джиговое направление имеет. Ну, вот, кстати, по чуйке, наверное, Imperial. Вот Imperial. Я, кстати, даже не знаю, сколько они стоят, если честно. Я вот пытаюсь сейчас, как говорится, смутно понять, а что лучше. Вот мне кажется, Invent будет хуже. Он, кстати, он легче. Блин. Это надо, короче, посмотреть. Вот тактильно, да и нет. Короче, вот Imperial. Мне нравится больше всего. Да. Вот Imperial прям и позвонче. Не намного, но звонче. Да. Друзья мои, Invent, вот он, наверное, более бюджетный. Опять же, я не знаю цены. Вот обратите внимание, цены я не знаю. Честное слово, блин. Строй, опять же, у него точно такой же. Не буду сейчас уже ковырять стену. Вот. Строй вот у них идентичный. Вот то, что я до этого показывал. Что у Imperial, что у... Куда я дел-то? Что у Парадокса. А вот Парадокс, наверное, лучше всего будет. По чуйке. Ну, мне так кажется. Хотя Imperial... Вот, наверное, на первое место я, возможно, поставил бы, может быть, даже Парадокс, потом Imperial, а дальше уже вот этот Invent. Но, опять же, это мне так кажется. Может быть, я говорю, может, я ошибаюсь. Вот. Так, дальше, катушки. Прислали мне ребята катушки. Мне тоже, в принципе, понравились на выставке. Я их покрутил. Вот. Я говорю, ну, если есть желание, то присылайте. В принципе, мне интересно. У меня у самого катушки, все, наверное, катушки, ну, от минимума, наверное, от 5000 рублей и до, ну, по крайней мере, наверное, можно сказать, до, ну, до 17 тысяч рублей. Вот. И ничего бюджетного, путевого. Риоби мне вот из бюджетного нравились. Сейчас не знаю вообще, как они там живут, поживают вообще, что там с компанией с этой происходит. Но вот даже, наверное, подушки, если смотреть. У Риоби, короче, всегда дужки были такие массивные. Вот просто такие толстые массивные дужки. Вот у компании Nautilus, у их катушек то же самое. Такое ощущение, я не утверждаю, я не знаю. Но очень похоже, напоминают они мне катушки от компании Ryobi. Значит, ход. Я бы не назвал его прям каким-то легким. Вот у всех катушек. Это сейчас я беру в руке Арта. Катушка Арта. Давайте начнем вообще просто, что внутри лежит. А внутри ничего не лежит, друзья мои. Просто от слова ничего. Вот пакетик в нем лежало. И все. Даже нету, как называется, инструкции
по сборке. Ни запасной шпули, ничего. Ну и катушки стоят, я не знаю точно, опять же, вот я не буду сейчас, как говорится, я не подготавливался, вот мне прислали, я сделал обзор по своей инициативе, меня никто не заставлял. Мне просто, говорю, хотел вам донести вот бюджет, да? Катушки от 2500 рублей до 3500 рублей, если мне память не изменяет. То есть вот на выставке ребята об этом говорили. И это, в принципе, вот джиговая тематика, твичевая тематика, какие-то вот для тех людей, которые только начинают, самое то. Хотя я вот тоже смотрел того же самого Константина Кузьмина, он некоторыми наутилусами ловит и до сих пор. Кстати, вот у этой, это катушка Fire, если я правильно называю, 4000, ход помягче. Вот Fire 4000, ход прям вообще вот мягенький. Вот это вот на Ахтубе, на поджиг будет вообще идеально. Значит, это Арта, да? Арту это 2500. Вот что-то у нее там... Что-то у нее там щелкает. Такое ощущение, что где-то что-то задевает и какой-то... Вот вниз ничего. Катушки реально, в принципе, красивые. Вот они, ну, реально сделаны довольно-таки добротно. Вообще Китай, а это Китай, встал прямо на какой-то реальный уровень. Давайте немного, наверное, параметров я вам тоже, пока буду, наверное, говорить, я параллельно буду вставлять, наверное, вставки. Вот, значит... Китай, значит, вышел уже на такой уровень, что реально, вот, им, наверное, за себя не стыдно. И реально есть очень хорошие вещи, очень хорошие снасти, которые сейчас можно брать и говорить смело, что это Китай, и не скрывать это. Вообще, вот многие, допустим, вот я смотрю тоже там ролики, видео и знаменитых людей, таких рыбаков, многие стесняются и, допустим, не говорят, что там, да, вот там, ну, то же самое, павловские палки все, которые продвигаются, ну, они делаются где? Не в Японии же. Я так понимаю, что я знаю, это делаются часть в Китае, возможно, что-то в Корее, вот, но никак, допустим, там не на японских заводах, скажем так. То есть, возможно, на тех заводах, где делаются какие-то именитые бренды. Что это значит? То есть, скорее всего, люди просто приезжают на завод, смотрят бланки, пустые, чистые, дальше на них просто заказывают, ну, мне вот этот бланк, мне вот эти колечки на них поставить, расстановку делаем разную, и пишем, короче, вот эти надписи, которые мы заказываем. Это все делается на заводах. Вот. Вы можете свой бренд заказать, и все. Главное, чтобы партия, которая минимальная, вы как бы смогли ее выкупить. И все. Вот так и создаются, по сути, палки. Вот. Ценовой вопрос уже складывается о вообще о катушках, о снастях. Это уже как-то накручивает. Бренд определенный, продвигаемый, будет стоить дороже. Я не говорю, что, допустим, какой-то бренд лучше, какой-то хуже. Мы сейчас не об этом. Просто я говорю, брендовые вещи, хорошо разрекламированные вещи, 100%, ну хорошо, 90-80%, я точно знаю, что имеют сверхнаценку. Сверхнаценку. А какие-то бренды, ну, скажем, менее известные, или которые хотят зайти ближе к народу, по сути, такого же качества будут стоить дешевле. Но под другим названием, под другим брендом. Вот. И поэтому вот я сейчас посмотрел вот эти палки, сейчас посмотрю, сколько они стоят. И вот я говорю, Парадокс, Империал, вот палки бюджетные, вот их в руках держать приятно. Я думаю, что ловить с ними будет реально тоже приятно, потому что чуйка у них есть, строй у них правильный, ничего не трещит, ничего не отваливается. Ну, чем они неплохие? Ну, повторюсь, как бы говорю, каждому свое. Еще одна катушка, тоже 2500 размером, брал, грубо, под какой-то нетяжелый джиг и твич. Вот. Возможно, может быть, даже там какие-то ублерочки там покидать, там, не знаю. Ну, не лайт, конечно, но
Как мне сказали, вот эти 2500-ники, я нигде не нашел этой информации на коробках. Опять же, здесь все то же самое, один пакетик и больше ничего. Бюджетно, скажем так, возможно, может быть, хотя инструкцию-то можно положить. Так вот, данные катушки, вот эти 2500-ные, вот эти две модели, имеют нагрузку на фрикцион какую-то безумную. Не тот 15, не тот 12 килограмм, точно не помню, но мне вот консультант... на выставке такое сказал. Нигде информации не могу найти. Вот на коробках нету такой информации. Нету. Вес есть. 250 грамм весит этот Эвер. И Fire 4000, чтобы вы понимали, 290 грамм. Да? То есть разница. 4000 290 грамм, а 2500 катушка 250 грамм. Не такая уж большая разница, да? А знаете почему? Потому что это в карбоне, а это в металле. Это в металле, я так понимаю, и здесь и душка намного мощнее. Что интересно, друзья мои, у данных катушек ручки выкручиваются, и их можно менять под правую руку или под левую руку. Все, и она стала праворукой. Вот что, наверное, является тоже одной из изюминок. Я ловлю левой рукой. Поэтому я закручиваю под левую руку. С этой стороны у нас вот такая вот заглушечка. Все. Ход, кстати, приятный. Вот у этой, у Эвер... ход приятный. Хотя я думаю, что, наверное, это все как попадет, как повезет. Вот здесь что-то щелкает. Не очень приятно, кстати. По дизайну мне она больше нравится. Ну, а что там щелкает? Давайте, может, попробуем разобрать, посмотреть. Но я думаю, что это что-то внутри. Бам! Мозай! Тринг-батон! Верхний шток отдельно, как прям вообще, смотрите, какой огромный. А так не щелкает. Что-то щелкает, наверное. А, вот, наверное, вот это. Вот это щелкает. Фрикцион, наверное, щелкает. Да, вот здесь, короче, что-то прям какая-то замудренная система у катушки Арта. Ну, щелкает, короче, это, да, вот эта штука, что-то там связано с фрикционом, наверное. Сейчас больше уже особо не щелкает. Ход, кстати, приятный. Я не знаю, что мне сразу не понравилось. Ну, и джиговая катушка, Fire, 4000-ник. Тоже ручка выкручивается и меняется под правую руку. Все, кто правую руку крутит, вот готовы под правую руку. А это, кстати, хорошо еще лифтов. Вот здесь у нас вот этих лифтов особо нету. Бывает, со временем разбивается и люфтят ручки. Здесь такого не будет. Так что, друзья мои, вот недорогие бюджетные катушки, в принципе, вот так тактильно, визуально можно рекомендовать. Ну, а я их не просто показываю, я их буду тестировать, буду пробовать их на воде. По крайней мере, пока покрутив их, повторюсь, мне они понравились. Какими катушками я до этого ловил? Ловил Дайва, ловил Шимана. Есть довольно-таки неплохая коллекция от компании Акума катушек. Очень доволен определенными моделями. Вот. Эти, наверное, катушки, получается, из всего, что у меня есть, самые бюджетные. Никогда я, в принципе, в бюджет не верил. В чудо не бывает, но, повторюсь, ради того, что
ради подписчиков я потрачу свое время и половлю на них. Возможно, они мне понравятся. Возможно, я изменю свое мнение. Но еще раз скажу, я ловлю на снасти, ну, не сильно дорогие, но и бюджетными их, наверное, тоже назвать нельзя. Я это все прошел. Я знаю, что люди, многие ловят на бюджетные снасти и довольны, скажем, чем-то. Я прошел эти все ступени и сейчас нахожусь на ступени, там, скажем, развития, такой средний ценовой диапазон. Ни дорого, ни дешево. Меня устраивает такой сегмент. Возможно, данные катушки реально заходят на рынок, палки, катушки заходят на рынок именно сейчас с заниженной какой-то ценой. Возможно, они со временем будут стоить и других денег. Если катушки качественные, если катушки, если спиннинги, катушки, неважно, снасти качественные, если стоят они недорогих денег, это, друзья мои, только радует. Поэтому, повторюсь, ничего конкретно сказать не могу. Я взял это на тест, буду пробовать. Ну, а дальше, опять же, следите, смотрите за видосами. Вот история данных катушек будет и данных палок будет развиваться на моем канале. Ну, а я вам, как обычно, желаю всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще.